22 июня, в день всеобщей скорби, военно-патриотическая смена в лагере «Огонек» почтила память погибших солдат во время Великой Отечественной войны. Такие отряды появились в России только в этом году по инициативе первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и полпреда президента ДФО Юрия Трутнева. У ребят глаза горят, очень нравится в целом. Думаю, что будут рады. Они всем выдали форменное мундирование. Значит, полностью ребята единообразны, сплочены. За смену более 300 детей научатся азам тактического наступления, медицинской помощи и навыкам полета на дроне. Тренируются дети каждый день. За лето отдохнет более 900 наших школьников, наших подростков. Что мы закладываем в детях, то мы получаем в будущем. Распорядок дня у детей, как в настоящей армии. С 10 до 12 они тренируются в полевых условиях, закапывают мины, учатся ориентироваться на местности и летают на дронах. Преподают у них инструкторы из Центра военно-патриотического воспитания и участники боевых действий в Сирии.